Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу завершить эксперимент по укоренению сансеверии. Вот. Это у меня такая длиннолистая сансеверия. У меня ее три вида есть. Сансеверия хани, потом вот такая. И третий вид, я не знаю, называют его еще тещин язык, высокая такая, но тоже зеленая. Это очень неприхотливое растение. И я делала пересадку, и основные растения прекрасно растут. Но вот обрезала листики и решила, как всегда, проэкспериментировать, как она укореняется с листа. Ну, здесь у меня было 5 или 6 черенков. Из них осталось вот, наверное, 2. Вот этот все уже, видите, отгнил. Ой, что-то еще какие-то корни есть, что ли. Сейчас разберем. В общем, ребят, хочу закончить с этой темой. Или выбросить, или пересадить. Это уже укореняется полгода, но пока никаких результатов не вижу. Итак, друзья, здесь мы, как видим, все уже пропало, отсохло. Эти корешки он, видно, пытался давать, но потом все, пропало. А вот здесь я через плошку-то и не видела, их не видно, но корешки есть. Есть у этого листа, но еще никаких он деток не дает. И есть у этого листа. Поэтому я сейчас их посажу в маленькую плошечку какую-нибудь. Ну, не маленькую, но уже в вертикальную, не в горизонтальную, как они росли в этом, в экспериментальном контейнере. А уже посажу вертикально, и пусть он дальше растет. Вот решила посадить в такой горшочек эти два кустика, два листика. А землю приготовила такую. Значит, здесь идет универсальная земля. Добавлен речной песок. И добавлен вермикулит. Чуть-чуть я добавила, буквально 2 столовых ложки. И сейчас присыплю и оставлю. Земля влажная. Вот, ребят, посадила я своих два росточка. Ну, земля влажная, но немножечко пролью, немножко вот так, чтобы она просто уплотнилась хорошо вокруг. Вот. Ну и получилось что? Эксперимент не закончен, у нас продолжается. Ну ладно, перевели в другую плоскость. Из горизонтальной в вертикальную. Ждем дальше, как будет у нас укореняться эта сансеверия. Ну на этом все, дорогие друзья. Вот такое маленькое видео. Ждем дальше. Пока-пока.